Привет всем! Вы на канале самого крупного импортера электромобилей из Китая в Украине – компании Volt Auto. Сегодня мы расскажем вам об очередном электрокаре, который произведен в Поднебесной и который вы можете купить у нас по очень привлекательной цене. Китайская компания Aways представила вторую модель для местного рынка. Ею стал электрокроссовер U6. Сразу же стоит вспомнить о первой модели, которая имеет не менее простое название U5. Мы видели ее дебют на Женевском автосалоне в 2019-м. Тогда на нас этот электрокроссовер произвел очень приятное впечатление. На рынке он появился годом позже и сейчас продается в некоторых странах Европы. На старый свет будет нацелена и вторая модель. Она еще не получила нужные документы, но несмотря на это уже известна цена для европейцев. Она стартует с 39 тысяч евро. Обе модели имеют общую платформу и одинаковую колесную базу 2 метра 80 сантиметров. Но купеобразный U6 почти на 10 сантиметров длиннее, а также немножко шире. Еще в Aways утверждают, что вторая модель имеет отличный коэффициент сопротивления – всего 0,26. Электрокроссовер получил только один электромотор. Его мощность, нетипичная для рынка, 160 кВт или 218 лошадиных сил. Электродвижок разгоняет авто до первой сотни за 7 секунд. Максимальная скорость – 160 км в час. К слову, модель весит 1790 кг. Новинка получила один вариант батареи. Ее емкость – 63 кВт-часа. Энергии хватит на 400 км пробега. Все наши покупатели отмечают то, что приобретать электромобиль из Китая в Украине просто и надежно. И это действительно так. Все наши контакты в описании под этим видео, а также на сайте voltauto.com.ua. Компания BYD обновила электрохэтч Dolphin. Для местного рынка модель имеет название Haitun, что также означает дельфин. Отметим, что именно эта модель стала первой в линейке компании, которая базируется на платформе ePlatform 3.0. Также в этой модели устанавливается аккумулятор Blade Battery, который компания называет самой безопасной батареей на рынке. Напомним, что официально модель презентована на выставке достижений игровой индустрии China Joy в конце июля 2021. В итоге уже продано более 230 тысяч электродельфинов. Несмотря на хороший спрос, BYD решили провести легкую модернизацию электрокара. По итогам видим, что модель получила незначительный фейслифтинг, а именно обновили задний бампер, дизайн колесных дисков, а на пятой двери появился стеклоочиститель. От него, кстати, прежде отказались, чтобы даже за счет такой мелочи удешевить модель. В салоне задний диван теперь с раздельной спинкой. Еще появился центральный подлокотник. Из новых опций стоит отметить подогрев передних сидений, электропривод пассажирского кресла и авторежим стеклоподъемников. Но самое главное изменение заключается в том, что больше нет модификации с младшей батареей. Ее емкость была 30,7 кВт-часа. Она обеспечивала дальность хода 301 км. Теперь все дельфины получают литий-железофосфатный аккумулятор емкостью 44,9 кВт-часа. Версия с электромотором мощностью 70 кВт-часов или 95 лошадиных сил теперь может проезжать на одном заряде 420 км согласно циклу NEDC. Топ-версия с двигателем мощностью 130 кВт или 177 лошадиных сил, как и ранее с этой батареей, может проехать 401 км. Последним изменением стало то, что дисплей медиасистемы теперь имеет диагональ почти 13 дюймов. Ранее он был на 3 дюйма меньше. Разумеется, отказ от, по сути, базовой версии электрохэтчбека отразился на ценах. Если прежде BYD Dolphin стоил от 14 700 долларов, то теперь цена стартует с 16 800 долларов. Надеемся, что это видео об электромобилях из Китая вам понравилось. Если это так, то будем благодарны за лайк и комментарии. А в разделе видео вас ждут остальные сюжеты о почти всех электромоделях из Поднебесной.